Рыжая Лакшми, Караковый фараон и Мерин Гимли вместе со своими всадниками показывают самые надежные и отточенные навыки. Верхом на конях ловко преодолевают барьеры совсем юные наездники. Конь повел себя очень хорошо. Он помогал, выручал меня, где были мои ошибки. Помогал их не сглаживать. Сейчас конь тоже выступил шикарно. Он отлично пропрыгал маршрут. Характер спокойный. Когда он видит кобыл, да, он начинает жеребцовать, а так он сам по себе спокойный и любопытный. Тут главное, говорят тренеры, техника, а формат соревнований закаляет характер. Еще бы, в конном, как и в любом виде спорта, придется мириться с поражениями и даже жесткими падениями. Или просто лошадь маленечко не так оттолкнулась, и получилось, что всадник вместе с лошадью маленечко упали. Ну, бывает такое, все бывает. Спорт, лошадь, все равно животное же, да, тоже свои особенности, есть свой характер у каждой лошади. И все это друг на друга накладывается, надо пару подбирать, всадник, лошадь, чтобы они подходили друг к другу. А лучше, чтобы уравновешивали, потому что иногда бывает человек, который очень зажигается, очень эмоциональный, и если лошадь такая же, то у них, скорее всего, получится такой сумбур маленечко, они оба будут торопиться, куда-то бежать. Вот уж где спешка точно ни к чему, это в такой дисциплине, как хюр. Спортсмен и лошадь будто танцуют под музыку. Всадники вдохновились любимыми фильмами. Верхом на Гэндальфе сером – эльфийская принцесса. А на рыжем мерине – 11-летний мушкетер. Юный всадник впервые оседлал коня 2 года назад. Очень волнительно, ну, конечно, очень страшно, но все равно и уверенно. Я уже был на многих спортах, и мне не идет все. А конный спорт – это самое лучшее для меня. Почему? Ну, как бы, ну, я почему-то конник. И таких, как этот маленький конник, с каждым годом все больше. Благо, заниматься конным спортом есть где. Конечно, развивается конный спорт. Как видите, сегодня собралось очень много участников. Приехали представители клуба «Роксис», которому 5-6 лет на протяжении территории республики. Сейчас мы находимся на территории горцующей пони, которым год. Хотелось пожелать им дальнейшего развития. Инесса Дандукова, Жаргал Цириндашиев, новости дня.